сегодня в шоу «Лучше всех». Вы увидите, что у нашей спортивной гимнастики точно большое будущее. Причем даже в двух экземплярах. Встречайте, властелины брусьев и покорители козлов Артем и Кирилл Винниковы. Полное впечатление, что вас склонировали. Вы абсолютно одинаковые, видимо. Нет. Ага, разные, с различием. Конечно. Я сейчас буду угадывать, кто из вас кто, да? Кирилл и Артем. Да. Да. Ну, расскажите, ребят, вам по 10 лет. Да. Кто-то из вас кого-то старше? Да. Я на 5 минут старше. Это чувствуется, ты сразу так. Совершенно... Другой вес в голосе. В чем выражается то, что ты старший брат? Ну, не знаю, но я вроде поумнее чуть-чуть. Ну и поскромнее, да? Да. Нет. А скажи, то, что ты поумнее, это общее мнение или твое личное? Общее. Конечно же, общее. А как вы пользуетесь, такой традиционный вопрос, в школе пользуетесь Нет. своей... Ты как-то очень быстро ответил, ты да, даже... потому что нас все этот вопрос задают. Естественно, да. Я сразу извинился за неоригинальность. Извиняю. А это правда, что с вами происходят одинаковые события в жизни? Да. Угу. Мы на тренировке сломали руку и ногу. Кому? В один день. На, не, мы сломали на тренировке. А. Получается, он сломал себе руку, закрутился на турнике в лямке, а потом через 5 минут я себе ногу сломал, ударился. То есть, если что-то случилось с кем-то, надо сразу следить за вторым? Да. Да. Если Кирилл влюбится, то через 5 минут влюбишься ты. То есть, наоборот. Если Артем влюбится, то через 5 минут... Нет, ни то, ни другое. Вы не можете влюбиться ни в кого? Нет. Да, потому что нам никто не нравится. А что это вам, девчонки не нравятся, что ли? Нет. Ни одна? Нет. Почему? Потому что раздражают. А чем они вас раздражают? Ну, не знаю, бесятся много. Пристают постоянно. Бесятся же. Это же хорошо, когда девчонки пристают, нет? Ну, да, это хорошо, но только они, ну, не совсем так пристают нормально. А, то есть они пристают не так, как надо, да? Да. Ну, во втором классе, когда мы были, мне девочка вообще рубашку порвала. Ну, это любовь уже, слушай. Нет. Давай про спорт поговорим. Отлично. Спасибо, что оцениваешь. Как давно вы занимаетесь? 6 лет. Почему именно гимнастика? Раньше мы занимались айкидо, там, плаванием и бальными танцами. Скучно. Но это было скучно, и ну, мы хотели что-то другого. И нас мама вот решила отдать спортивную гимнастику. Представь, пожалуйста, кто сегодня с вами приехал? Приехал папа. И мамина подруга. Ага. А что, мама не приехать не смогла? Мама приехала. Мама здесь. Приехала. Мама здесь сидит. А почему ты представил папу и мамину подругу? Маму-то тоже представь, а то она сейчас подругу потеряет. И еще мама Оксана. Оксана, да. Здравствуйте, очень приятно. Здравствуйте. Оксан, наверное, много хлопот с детьми, но я чувствую, что с тех пор, как ребята занимаются гимнастикой, хлопот меньше, да? Они очень организованные, спортивные. Это очень закаляет характер, да, воспитывает их по-мужски прям. Очень они изменились, угу. когда начали заниматься. Конечно, они с юморком, ребятки, но и где надо, организованы. Угу. Ну, а расскажите о своих достижениях в спортивной гимнастике. Может, что-то выиграли уже? Да, мы выиграли. Ну, много. Да, много чего. У нас за кулисами есть ваши награды. Давайте посмотрим на них. Награды Кирилла и Артема в студию. Какой тут самый ценный приз? Первенство Москвы. У меня их вообще золотых, с первенства Москвы их только 3. 3 золотых. 3 золотых. Да. А у кого-то из вас наград больше? Да. У Кирилла больше? Да, чуть-чуть.
А как это, почему? Ну, потому что меня не было на одних соревнованиях. А, других причин нет, да? Да. А вы друг против друга соревнуетесь? Да, да, конечно. И когда вы друг с другом сходитесь, кто выигрывает чаще? Бывает, что я. Бывает, что... Хороший ответ на вопрос, кто чаще. А кто ваши кумиры? Кто вам нравится? Нам нравится Алексей Немов. Четырехкратный олимпийский чемпион. Ну, понятно, он всем нравится. Виделись с Алексеем Немовым на мастер-классе. Ага. Ну, как вам кажется, Немов еще в форме? Да, в форме. Да. Ну, он там делал нормально все, там элемент сложный делал на перекладе. То есть он еще не старый. А, еще не старый, да? Нет, старый. Ну, у вас сейчас будет возможность ему это сказать. Многократный чемпион мира, четырехкратный олимпийский чемпион, звезда мировой гимнастики Алексей Немов! Как ты, наверное, слышал, парни считают, что ты еще нормальный, в порядке еще. Кирилл сказал, что не старый. Как, знаешь, меня иногда журналисты спрашивают, а у вас жена тоже спортсменка? Я говорю, нет, она нормальная. То есть, ну, спасибо, ребят, большое. Они смотрели твой мастер-класс, я так понимаю, ты регулярно таким занимаешься, да? Ну, ежегодно мы делаем мастер-класс, в Москве проводим, и потом делаем шоу гимнастическое. Может быть, мы какой-то номер сделаем и в этом году проведем с вами? Да. Да. Я вас тогда жду. Что сегодня мы можем сделать? Может, какой-нибудь экзамен вам устроить, а? Можно, наверное. А чего нет? Ну, можно. Давайте. Да. Да. Прошу. Sets off an unsuspecting her, and as you step back in the line, a march up to the beat. Now dance for the chance, maybe never had a chance. And no one even knew it was really only you. And now you steal away, take it out today. Nice work you did, you're gonna go sight, so play it out, I'm wide awake, it's a scene about me, there's something in your way, and now someone is gonna pay, and if you can't get what you want, well it's all because of me, now dance for the dance, man, I never had a chance, and no one even knew, it was really only you, and now you lead the way, show the light of day, nice work you did. Between the eyes, hit 'em right between the eyes.
sets off an unsuspecting herd, and as you step back in the line, молодцы, ребят. Я подумал, это же легко. Сейчас, Лёш, как это тут отжаться? Я ж... Давай вместе, Максимсон. Я, ты знаешь, я сейчас понял, что я не прохожу. Значит, я не могу... мы боком зайдем. Так, подожди, а как ты? Так, это... Ой. Так. Синхрон. Давай. Да, ребята. Пожалуйста. Тяжелая у вас работа. Максим Галкин, дорогие друзья. Алексей Небо. Я думаю, что медаль лучше всех особенно будет золотая от 4-кратного олимпийского чемпиона. Медаль в студию! Предлагаю все-таки одну медаль. Вы наденете. Хорошо. Ну, я. Ну, конечно же, две медали, естественно. Да. Артему и Кириллу. Слушайте, поздравляю. Молодцы. Держи рюкзак. Так держать и не останавливаемся, надо достигнуть. Удачи вам, ребята. И вы знаете, что у вас есть мы, более старшее поколение, которые готовы всегда вам помочь. Работайте, тренируйтесь. Ну что же, это были наш прославленный чемпион Алексей Немов. Спасибо, Леша. Максим, спасибо вам. И, конечно же, Артем и Кирилл Винниковы, которые лучше всех. Хорошо.